Всем привет! Сегодня готовим скумбрию. Показывай. Сильно не тряси только. Сейчас Эмиль будет делать картошку. Сейчас я сливочное масло достану. Сливочное масло. Молоко у нас, правда, только такое. Одно яичко. Одно хватит, наверное, да? Хотя и два можно было бы на такой. Давай два. Два. Так, и. Вот такие сильные наки купили. А это немножко орешка. Не знаю, правда. Вроде какие-то легкие, но надеюсь, что есть там орехи внутри. На пауэрбанке. А, вот всякую приправку будем опять делать, потому что объеденье, мед с мятой картошечкой. С этой приправкой. И вот имень делает блендером. Это мед из меда. Правда. На всякий случай свечу фонариком, чтобы... Ну иди сюда. По принципу можно отключить на морозе. Кошкам сегодня же все корм наконец купили, а то мы вчера им один день не купили, они нас все крутили. Где черныш? Черныш. Так, не будем вам мешать. Он в туалет пошел? Угу. Он как запрыгнул на тебя, да? Не запрыгнул на меня. Всего меня корябал. Он на улице гулял, да? Да. И я прям только выпустила. Ну, он сидит такой на дороге. Я иду это ведра выливать. Прям бац на меня. Типа, забери меня скорее, да? Забери меня скорее. Забирай меня скорее. Так, 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 сказал бодрак. А у нас тут, кстати, печатная осталась. Мы этот раз взяли скумбрию, помнишь? Давай, я посыплю. Я знаю, поскольку нужно. Так, я на повербанке. Здоровкой смахни. Сейчас. Сейчас крышечкой накроем. Еще капельку посоли. Сделай огонь слабый. Сначала сильный, сейчас слабый сделай. Слабый. Слабый, слабый. Как он выключается? А, ну все, все. Всем привет. Ну нормально, подними глаза. Всем привет. Выключайся. Она на пауэрбанке. У меня же пауэрбанк. А, у тебя пауэрбанк. Да. Дёрнули. Харе, вообще. Ну что, харе-то? Всё. Сейчас рыбу сниму. Ну, глянь это, махни хоть рукой. Не махну я уже, что отстань. Стеснительный. Отстань. Отстань, всё. Уберите камеру. Так, ну что, на паузу поставим, ты будешь делать пюре? Давай это. Можно на паузу? Да. Ничего не будет? Так, сейчас начнем мельчить. Смотри, подвинь кастрюлю немного с краю. Да, она не шевелится. Все равно. Предусмотрительно. Mm-hmm.
руками, ты мне прям по руке под камеру. Прости. Ты чё, Чернышок, на улице? Не выпускай его, он не на улице, он просто так сидит. Хрень. Ты чё, Чернышок? А? Ой, бухай. Ох, Черныш, тебе не поднять. Чёрный сын. Зато ты маленький, да? Ой, а чё ж ты так вырываешься? Я тебе ничего не делаю. Чё ты такой бешеный-то? Сразу орать. Мам, жидковато. Ой. Жидковато. Чё делать? Жидковато? Да. Ничего, она потом загустевает. Это ещё не жидковато. Даже нормальная, я даже водички добавила. Не надо. А это что такое за пятна? А? Это что? Не знаю. А, вот, видишь? Это от картошки. Да ничего страшного. А может блендер разный? Не блендер. Это вот как осталось вот это жидкость. От жидкости плюс. По краям. Да. Блендер чистый был. Был. Потише. Эмиль, подсоли еще капельку. Недосоленый. Перемешай. Еще даже можно капельку водички. Не надо. Я не люблю жидкую эту суп. Ну, один немножечко подсоли так капельку. Вот так, короче, подсолю. Сойдет. Положи туда, ну хватит, ты долго будешь долбить это барабанный дрожь. Мне надо ее вытрясти, ты глянь, что там внутри. Все равно сильно. Ну ладно. Вкусно? Угу. Вот это вот мне раздражает, откуда эти крошки, что такое, туда что, приправа какая-то попала? А где это, какая мешалка-то? Не знаю. Вот он. Да на это грязно, не помыть. Вот она. А, вон чисто. Это от кастрюли, мам. Ну, это когда я варил какой-то вот этот, что ли? Да, когда картошку варила. А! У меня там, может, бульон даже какой-то оставался. Я жгу эти, как их вчера делала, как их. Как их называют-то, блин? Фаршированные. Фаршированные, да. Одной рукой не переворачивать неудобно. Ой. Старый прозволит одной рукой переворачивать.
А еще левый, я левый не умею. Я не левша, как ты. Помоги, матерь, что состоит всю картошку треснуть. Не успел сделать уже здесь. Сейчас она еще немножечко все. Все, я выключаю, наверное, да? Выключать? Ага. Все? А я сейчас крышкой накрою, она допарится. Пока еще тут все раскалено, она сейчас допарится до конца. Ну вот. Вкуснять. Да, я посмотрю, почему, что это такое вообще есть. Вот. А-а-а. Ты кастрюль просто, было тебе лень помыть? Нет. Да, не манди. Вот что ты мешаешь, рыбу и картошку. Ладно, сейчас возьму. Ну как? Все штаны изляпал картошку. Ну картошка так вкусная, да ну ладно, я там эти варил, как их? Да ничего не будет. Как их называть, перец этот? Фаршированный да, перец. Да, и там чуть-чуть тебя... бульон, капельку был. А? Ничего. А что ты ел вчера, две штуки тебе понравилось? Я говорю, у тебя память как у страуса. А, память как у страуса, да. Я путаю постоянно с этими, с голубцами, блин. Сейчас, повербанчик. Она прям липкая какая-то, да? Так это всегда так? Только масса прям. Потому что это блендером делалось. Ну что, я уже есть хочу. Ладно, всем пока. Ставьте лайки, если не жадные, подписывайтесь на канал. Хватит одно и то же балаболить. Пишите скоро... комментарии. Одно и то же, как попугай. Ну, Колян сейчас говорит. Ставьте отпечатки пальцев. Не... Ну, говори. Ну, все, всем пока.